Ребята, всем огромный привет. Перекладываю продукты, сейчас вам покажу покупки сегодня. Сегодня мои покупки из Сельпо. Выдали зарплату. Выдали зарплату. Накупил сыров целую кучу. Поделюсь вам сырами своими, потому что очень люблю сыр утром. С чаем, с лимоном. Так, вот такой сыр взял. Ну, это ферма. Сыр ферма 127 гривен. Это такие бюджетные сыры. Но я люблю любой сыр. Так, вот такой сыр. Это у нас сыр Гауда. По 150 гривен такой кусочек. Дальше вот такой взял с труфелем. Ой, ребята, это очень дорогой сыр. С труфелем по 250. Но я взял попробовать. Брал очень давно. Решил взять в этот раз опять себе просто напомнить вкус этого сыра с трюфелем. Так, потом взял этот такой твердый сыр. Он очень твердый. Его очень хорошо натирать на эту, на пиццу. Амстердам тоже по 250 гривен. Потом взял вот такой кусочек мяса. Это у нас по 159 гривен. Балык. Балык. Корейка. Здесь сколько у нас? 860. Ну, почти неполный килограмм. Так, дальше. Ребята, взял, нашел опять свои баклажаны. Опять со скидкой 50%. Вот тут у нас 300 грамм. А это у нас получилось на 10 гривен. Очень вкусный. Советую вам, если попадете за десятку, не жалейте. Очень вкусный, точно. Я проверил. Так что их я уже беру. Третий раз их беру. Так, дальше. Сейчас. Ребята, взял масло по акции. Взял три пачки, последние вот эти вот яготынские, по 29 гривен. Это настоящее масло, 82,5 жира, по 29 гривен. Вкусное, хорошее масло. Так, дальше сосиски взял вот эти, по 89. Здесь чуть больше килограмма, кило 100. Ну, чуть больше вышло, чем на 90 гривен, там сколько там получилось. Три коровки сосиски, очень вкусные, короче. Даже вот здесь пишет, для детей, даже рекомендую для детей дошкольного возраста, от 3 лет, вкусняшки. Так что будем хрумать. Ребята, беру вот эти вот штучки, конечно, вредные, не знаю, но они вкусные. Это тоже европейский продукт, видите, все не по-нашему написано. Они клеют вот такие вот наклейки. Второй раз беру. Мне они понравились, вкусные. Здесь написано на две порции, но на две порции точно вы не наедитесь, а вот на одну порцию вы точно наедитесь. Вот такие, сейчас вот их буду варить, они с чесноком, там уже заправка такая идет с сыром. Сыром болоньез. 160 грамм. Я, кстати, это... В воскресенье делал эти устрицы, или как их называют, эти кальмары, господи. Разогрел только что, их еще с воскресенья остались, разогрел. Вот сейчас я их сделаю с этим, с макарошками. И мне будет приятного аппетита. Так, дальше взял. Это взял для своих кошечек уличных. Я иду, никого нету, знаете, иду утром, ну, днем и утром, какая разница, иду. Никого нету, не видно ни кошек, ни собачек, никого нету. Я высыпаю на такие одноразовые, знаете, наши рябы, где они, эти одноразовые судочки. Высыпаю, иду утром, кыс-кыс-кыс-кыс-кыс, из-под машины вылазит сразу пятеро. Думаю, боже, у вас пятеро, сколько этого корму? Думаю, сейчас две вот высыплю им, чтобы они хоть поели нормально. То их сразу выбегает целая куча, и непонятно, кому давать. Так. По 6 гривен это шеба. Так, дальше взял вот эту. Всегда беру вот эту капусту квашеную. Раньше брал в Ашане, но она такая дорогая. А вот сейчас в этом, в Сельпо нашел. Никогда не обращал на нее, внимания. 350 грамм за 15 гривен. Тут она вместе с этой, с клюквой. Очень вкусная. Буду делать ласанки. Я взял вот этот балычок вместе с этими, с макарошками сделаю, потом чуть попозже. Очень вкусная тоже капуста это. Ну что, обыкновенная капуста, но с ласанками она вообще... К лазанкам. Вкусняшка просто. Так. Похрустим. Эти хрустики по 7 гривен бюджетные. На киношку взял приправу. Это премия, это тоже их премия. Кстати, бюджетная по 7 гривен. Там были разные. Ну, мне нужно просто к этому, к поросенку. У меня целая куча этих приправ. И, ребята, гляньте, что я нашел. Короче, я всегда, знаете, руку туда в глубину тяну. Раздвигаю все, потому что они любят там попрятать кое-что. Смотрю, стоит йогурт один. Наверное, кто-то из рабочих спрятал, потому что вот эти вот йогурты там или еще какие-то молочка стоит 50%. Он так стоит 50%. Я смотрю, наклейка 50%. Я хоп на него смотрю, 50 гривен. Тут наклейка стоит 50, минус 50 за 25 гривен. Я такой, ого, ничего себе. Смотрю, класс, йогурт.
Целый килограмм 3% карпатский йогурт со скидкой 50% за 25 гривен. Я уже как-то раз его брал, думаю, нет, все, я беру. Опять целая ведерка йогурта за 25 гривен. И... Так, медузы в сторону. Ребята, конечно, куда без наших золотых. Со скидкой 25%. Такое впечатление, что я взял золото со скидкой. Гляньте, какие небольшие, огромные. И такие чистые, белые-белые, со скидкой 25% по 25 гривен. Вот этот целый лоток. Я такой счастливый взял, как будто я сэкономил целую кучу. Короче, за 25 гривен целый лоточек взял. Потом взял кетчуп. Огромный кетчуп. Тут 400 грамм. Кажется, было 500, если я не ошибаюсь. Ну, короче, вот этот за 12 гривен. Скажу вам, ешьте кетчуп зимой. А помидоры кушайте летом. Так что едим кетчуп зимой. Так, дальше взял свои любимые бананы. Бананы люблю очень-очень спелые. Но я раньше, знаете, искал такие бананы, такие, чтобы они уже были спелые. Но сейчас зимой спелых бананов не найдешь. А спелые бананы чаще бывают вот летом. Так как лето, знаете, жара, они быстрее поспевают. И сейчас везде зеленые. И цена, конечно, зимой... подороже. 30 гривен. Это летом можно найти за 20. И поэтому я взял вот такую веточку. 4 штуки. Ну, по 30 гривен. Я ложу на подоконник. Они за 2-3 дня уже желтеют. Вот такую веточку. И взял вот такие огромные. Ребята, гляньте, какие они классные. Вообще такие шикарные. Буду делать нутрибулет с этим, с йогуртом вот с этим. Обалденные буду делать коктейли. У меня там в шкафчиках есть всякие штучки вкусные. Буду делать разные вкусные коктейли. Ну и так буду тоже. Вот эти вообще обалденные. Даже мне нравятся, знаете, куда-то на картинку. Очень вкусные бананы. Повелитель бананов. И, ребята, сейчас покажу вам еще кое-что. Я вот специально вытянул их из пакета. Вот эти апельсины, ребята, они такие сладкие. Они такие классные. Они оранжево-красные в середине. Вот такой сорт. Я забыл, как они называются. Их разрезаешь. А они в середине вот прям оранжево-красные. Очень вкусные. По 33 гривна в сельпошке. Очень вкусные вот эти апельсины. Короче, буду делать чай. У меня есть очень вкусный рецепт чая. Потом покажу. Ну, мяты я не нашел. Мяту нужно поискать в этом, в Новусе. Там у них иногда мята бывает со скидкой. Поэтому я буду делать очень вкусный чай. Потом рецептом с вами поделюсь. Все, я иду хомячить свои устрицы. Напишите, что вы покупаете в Сельпо из этих продуктов. Я буду ждать ваших комментариев. Вам хорошего настроения. Всем.